И сегодня же у Дворца культуры имени Кирова прошла церемония инаугурации нового губернатора. Марина Ковтун официально вступила в должность главы региона и приняла присягу, зачитав клятву. Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Мурманской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав и законы Мурманской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению Мурманской области.